Всем привет! Сегодня 14 февраля. Я вам предоставляю возможность полюбоваться вместе со мной вот такими вот ростками красивыми травы для кошек. Вот она уже какая большая вымахала. Буквально за неделю. Такие большие уже росточки. Очень красивые, свеженькие. Вот так бы все цветы росли. Красота! Смотрите, сколько корней. Ну, можно уже ставить коту на съедение. Наш Вася ест травку. Кушай, Вася, кушай. Кушай. Вот такая травка у нас выросла уже. Вася ее щипает. Утром я ставлю ее опять на подоконник, а ночью я ему выставляю вечером, и он ее кушает. Кушай, Васечка, кушай. Не бойся, кушай. Ну ладно, не будем ему мешать. Пусть кушает. Всем пока.